Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем. Мама. Красиво? Ну, красиво. Красотища. Красотища. Big one. Доброе утро. Мы в Гранд Каньоне. Мы до сих пор под впечатлением вечернего просмотра мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену. У меня всплыли множество воспоминаний с детства, а Дэвид до сих пор периодически восклицает. Чебурашка. Мы в Гранд Каньоне. Сегодня уникально дождливая погода, всю ночь шел дождь. Но мы смогли найти себе нелегальное место в лесу и спокойно спали. Разве что Дэвид видел сны про Чебурашку. Пока. Ну, он смог интегрировать мощь русской культуры через образ Чебурашки. Чебурашка. Making tea with Чебурашка roots. У нас шестой, наверное, день охоты за истиной. Мы приехали в Масаверде. Это место, в котором жили древние люди. И они не просто здесь жили, а от них остались разные артефакты, древние постройки, кусочки горшков и много прочего. Вот, мы погуляли по музею только что, в котором рассказывается, как развивалась цивилизация в этих местах. Вот, оказалось, что она развивалась почти таким же образом, как в Европе и Азии. Ну, может быть, даже на 1000-1500 лет позже. Это заставило меня задуматься над вопросом, как же человек распространялся по земле, то есть эти цивилизации, получается, развивались, но не одновременно. Может быть, все-таки был какой-то один источник, откуда люди вышли. Если их было несколько, то интересно тоже понять, почему тогда они развивались с разностью. Шестой день нашей экспедиции охоты за истиной. Мы нашли суперартефакт, и я отправляюсь на его исследование. Бай! Да. Здравствуйте. Hello, dear friends. Мы в Колорадо. Здесь жарко. Мы уже едем который день. Счет дней потерян. Особенно днем, когда очень жарко. Надеемся сегодня к вечеру быть в Шри-Аурабиндо церкви. С утра у нас была ожесточенная дискуссия с Дэвидом. Снова по тому же самому вопросу, могут ли животные думать. Он почти поставил меня на лопатки, спросив, дали ли я возможность думать. А потом упал под моими разъяснениями.
и сказал, что он находится на уровне собаки-воина. И там все еще стак. С другой стороны, собака — это друг человека. Мы сейчас находимся в кафе, которое называется Two Chicks and Hippie. И это практически про нас. In this tragic comedy of divine disguise, this long far seeking for joy ever near, in the grandiose dream of which the world is made, in this gold dome on a black dragon base, the conscious force that acts in nature's breast, a dark robed laborer. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать. В поле никого не видать. Доброе утро! Мы в Колорадо! Наступает рассвет, и вы можете увидеть пустыню и национальный парк Сент-Дюнс. Вот там, с гигантскими дюнами, куда привез нас сегодня Дэвид. Дэвид! А вчера мы были в ашраме и ретритном центре Шри Аурабинды и познакомились с Родом, главой университета Ауравили. Ну, даже были на его занятии Савитри. И побеседовали на теме непознаваемости.